привет! Я Трибуар, но у Мармока вышел новый видосе, называется «Из дыры с любовью». Амнезия, за и бункер. Давайте посмотрим, надеюсь, будет что-то интересненькое. Поехали! Привет, мой шаловливый. Здорово, шаловливый. Типащик. Ну и шаровливый. Катать тебе нервишки, у меня сегодня опять случится. Там реально дырка, смотри. Амнезия, но уже... Амнезия? В каких-то бункерах. Это все, что я знаю про эту игру. То, что ее действия разворачиваются... В бункере. На полях, точнее... На полях? В бункерах Первой мировой войны. И я знаю, интересно, что эта игра должна отлично стимулировать кровообращение сфинктера. Я так и думал. И я знаю, что я сыкло, поэтому со мной сегодня Аркаша. Чтобы на твоем фоне он выглядел еще более сыклом. Полностью. Точнее, чтобы ты на его фоне выглядел смелее, да? Полностью. Полностью заворожила эта дырка. Я не могу... А, возможно, эта дырка метафора. Это моя дырка после сегодняшних процедур. Так что не будем затягивать. Поехали. Ну что ж. Это, походу, в дырку. А вот я и очнулся. И давай... Блин, выглядит красиво, на самом деле. Мы сразу поймем, что здесь происходит. В тебя попал снаряд, ты в больнице. Я в больнице. Фу, это те самые больницы, да, которые... Там тут стояло, мне показалось. Без Wi-Fi. Да. Как бы Первая мировая, что-то хотел. Больница. Ну, как бы. Ладно, что мы имеем? Первая мировая война, это у нас что? Это у нас окопы, траншеи, внедрение воздушной авиации, боевые голуби. Нифига себе. Им оружие. И, по-видимому, еще какая-то мутная история с бункерами и монстрами, блядь. Ты погляди, как маняще. Там в шкафу что-то лежит. Это не мина. А что это? Это фонарик. Это фонарик? Это фана... А чё он какой-то странный? Это что за йо-йо? Это что за спи... Что? Я таких фонариков не вижу. Это что за механика? Это мотоцикл и фонарь в одном. То спички какие-то раньше были, то катушки сейчас не... Это фонарь, это нужно его постоянно вот так вот заводить, чтобы он работал, и только во время заведения он работает, да? Так же громко. Понятно. Погоди, то есть ты вынужден будешь каждый раз так делать, чтобы посмотреть? Охренеть, да? Вот это ноу-хау. Интересно. Ноу-хау, блин, 100-летней давности. Так, когда игра дорастет до нормального освещения. А правда такие фонари существуют? Просто интересно. Прям такие мелкие? Ну, я не знаю, но навряд ли прям такие мелкие были. Это как бы... А может, это катушка от Теслы какая-то. Наверное, там магниты какие-то, как типа электро. Слушай, я больше не понимаю другое. Я вот зарядил его, так. Убрал случайно, не работает. И он сразу сел. Ага. Да. Ну, так он сразу садится. Быстро. Все, отпусти. Это жатва. А он сильнее, это не работает. Мне кажется, один из прадедов Тони Старка именно так заряжал свое ядро для своего чугунного костюма. Топливо и огонь. Ты такой, конечно, смелый, я вот смотрю, тебя... Нифига себе, там пистолет даже есть, по-моему, в первом зиму не было, или было? Пугает то, что скоро тебя будут пугать. Так это начало, начало в хоррор... Вот когда начнут пугать, тогда я буду пугаться. Мне всегда нравилось и в фильмах, и в играх, потому что там всегда все радужно, все веселятся, всем хорошо, все целуют друг друга в лоб и так далее. Ты посмотри другое. После небольшого вступительного геймплея я, кажется, понял, в чем суть игры. У нас, значит, есть генератор, работу которого нужно постоянно поддерживать бензином. А канистры с бензом у нас разбросаны по всему бункеру. А действительно, нельзя это все в одно место положить, типа как бы бред какой-то. А я заправил хоть что-то, или я-то канистра была? Не, я думаю, до фула. Я думаю, до фула надо, чтобы. Вот. Так, ну вроде как завелось. Просто так. Огромный двигатель. Еще у нас есть секундомер, на котором мы фиксируем, сколько будет работать наш генератор. 35 минут. 25 минут. И это все мы делаем для того, чтобы монстр, который тут обитает, не выходил из своих дырок в стенах. Капец. Потому что он вчера гудил, и свет его раздражает сильно. А я думаю, кутил. И при этом еще надо находить предметы для продвижения по сюжету. В этом и заключается. Что-то как-то быстро. А, всего на 25 секунд? Я думал, 25 минут. Это что, типа, короче, на 25 секунд ты включаешь генератор. Блять, ты там залил полбака бензина, и это всего 25 секунд, жесть. И вот так вот туда-сюда, что ли, бегаешь? Ты за 25 секунд никуда не убежишь. Особо. Прикольно получается. А когда наступает тьма, что, собственно, сейчас и произойдет, потому что разрядился генератор, наступает жопанелло. Ла жоп. Это фраза. Слушай, мне вообще не смешно. La job. Ударь себя. Три, и наступает тьма.
Мафия, и наступает ночь. Это именно оно. Теперь как-то нужно доковылять до комнаты сохранения. Вон тут что происходит? Где он? Он как чужой из этой игры. Именно. Он прям на... Из этой игры да чужой? Как чужой. Где я? Делиль? 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 Кто с кем что делиль? Но надо мной до сих пор ходит, раздражает. Вот этот соседи. Слушай, как будто я более-менее спокойно могу ходить. Становится неприятно. Главное его не... То есть все нормально. Главное сильно не шуметь и иметь... А он вот слышит этот гребаный фонарик. Договор. Гранату взял. Да все плохо. Вот хаб, кстати, я нашел сейв-рум. Заправляй генераторы и поехали. Да, я сейчас только это закрою с вашего позволения. Я найду весь бензин, который тут существует. Я найду весь бензин. А там вообще не поднимается стрелка, блин, жалко. Блин, я слеплю этого гондона. Давай мы сначала узнаем, по каким принципам действует эта тварь. Я сохранился, мне не страшно сейчас умирать. Если ну-ка, что, давай. Я просто загружусь и все. Давай вот показывай. Вот он там стоит, свои дырки, что а ну, дурак? Подойди ближе, ну, давай уже приценим, что он там два. Может еще предъявить. Что за чёс, тут гонишь, ты, типа, давай туда. Выйдем, раз. Ты даже туда не светишь, раз поговорим, Он не хочет выходить, он хочет тебя домой забрать. А, блядь! Это я не вам! Это я с мамой по телефону разговаривал! Итак, заправились драгоценным бензином и побежали. У нас хотя бы есть цель в этот раз. А надо. Я так камерам хочу, не знаю... Ты куда пошел, придурок? Ты куда пошел? Камера, не сюда к камерам. Ты куда пошел? А, твою мать, я перепутал. Все, минус две капли бензина. Ёбаный рот. Чисто говоря, как... Ты еще бежит обратно, чтобы еще раз зарядить его? Ты ездишь на Гелендваген. А, нет. Когда на Гелендваген денег хватило, а на бензин не очень. Это очень странно, на самом деле. Окей, нот окей. А в чем здесь моя работа? Не понял? Здесь сверху опять ходит надо мной. Не понял? А, не, вон у дырки опять. А! Да я не хочу гранату использовать! Я хочу фонариком ослепить его! Я могу ослепить его фонариком! Как он скромный. Да погибать ему, оказывается. Я кручу спиннер, он не идет. Ему страшно. Мне тоже. Да иди обратно. Да похуй. Не получилось. Жопу рвет. Да, блядь. Это мой единственный позвоночник. Это, кстати, забавно звучит. Крестиная кетта. Тут растяжка. Умоляю, не профокат. О. Что? Тут чьи-то крысы. Какие толстые. Сиськастые толстые. Я нифига не боятся. Аппетитные кошки. Они к ним... Как, а что у них глаза светятся? В дырку лезут. Их сейчас сожрут. Да не, они братаны, наверное. Крысы. Так. Как будто бы и мы тут не были, кстати. Мы тут не были. Смотри, там еще же тут. О! Охуеть! О! Ты еще охренели? Ты помешал им жрать, походу. Атакующие крысы. Жесть. Покорми их. У меня ничего нету. Я не смогу пройти. Куском мяса сможешь. Каким? Своим? Теперь я понял, чем нужен был кусок мяса. Их все больше. Они братву живут. Они зовут братву. Какого хрена? Он плохо смотрит на меня, Аркаш. Они нападают. Это район. Побеги. По-моему, это зомби-крысы. Мне нравится этот район. Я слишком шумный. Твою мать. Сейчас придет хозяин квартиры. Бегут. Это они, походу, растяжку сделали, потому что под их рост это подходит. Все нормально. У меня сердце остановило. Я побегу. Я не вижу других решений. Я положил яйца в карман и просто пробегу их. Ну-ка. А! Открывай. Фу, хорош. Вот ты парк. Дерзко. Да, это я. Тихо. Был. Мужчина. Это я был. Был дерзкий, а сейчас уже нет. Мужчина. О, я все-таки встревожил этого Мужчина. Старого пердуна. Он же меня не видит, а? Мужчина. Тихо. Мне кажется, все-таки не стоит кричать. Разберись с этими чертями, пожалуйста. А зачем ты вернулся? А что это он-то? Какого? Он нашел его. Заинтересован тобой. Вот такая. Крысы слишком маленькие для того, чтобы их сожрать. А все-таки ситуация произошла. Вот. Нет, ты, да. Ты, блядь, хипак, ты реагируешь на смерть, блядь, просто удивительно. Типа,
мясо на полке. Слушай, я не совсем понимаю, как я здесь, типа, должен был пройти. Они идиоты, хотят, чтобы ты взорвал. Ну, в теории он может взорваться, он деревянный, но у меня нет осколочной гранаты, только это дымовая херня. А я сюда протиснусь просто. Хороший план. Есть мнимое ощущение. Баком, что ли? Может, хорошо, а если тебе нужно будет обратно, у тебя... Что случилось? Его раздавило. Мне стеллаж прописал леща, что ли, где я? Слушай, я протиснулся! Застрял. А, там крысы, кстати. Как? Это полные трусы, потому что... В этом вся проблема. Слушай, из меня повидло вытекает. Это, по-моему, приманка для хищников. По-моему, а инвентарь работает? Блять, крысы съедят. Да, крысы сожрут сейчас. Да я... Вы такие, ну он все равно застрял, можно жрать. Твою медь, блять. Ну ты хотел, ты нашел свою смерть. Я не хотел этого. Я не этого результата добивался. Пацаны, не начали... Я надеюсь, у вас там очень крупная дичь. Я успею отсюда выбраться. Ты дерзи. Так это да. Как это мне не нравится. Да все, он вылезет уже оттуда. Как это мне не нравится. А это мне еще сильнее не нравится. Очень похоже на то, что он вышел, только не понимаю, где он вышел. Может, прям... Какая нахрен разница? Ты все равно застрял, тебе нужно сдохнуть, походу. Блять, я сдохну просто как муха в паутине. Да, он, наверное, не сможет тебя коснуться. Ты, скорее всего, для него меня тоже не нужен. Ты высушат. О, они бежали. Готовь дупло. Я сожму его, чтобы он не смог его раскрыть, когда я умру. Ты что, долбоеб? Мне что, побороться за свою жизнь нельзя? Ты сдохни в своем газе. Ай, ну похер на мой газ! Нет! Нет! Перди! О, мы под карту завалились! Где мы падаем? Куда-то нахрен? Что происходит? Какого хрена? Блин, бармок как обычно сломал. Сходит бункер, пропал. Мягкие стены. Залили, сохранили и снова по тапкам. Это весь принцип данной игры. Но походу в этот низ. В этот низ? Ой, разорался уже! А есть другие низы? Мне нравится, пошел нахрен, божество сраное. Два патрона всадил ему в ебало и убежал, роняя кала. Сейчас возникает. Одну даже можно. Извини! Твою мать, да сколько в тебе места! Пенис выстрелил. Да, походу. Пенис? Да, ему не понравилось. Слушай, я уже два патрона потратил. А сколько там всего их у тебя? Перезапустился. Много нахуй вертили. Да. Что? Протиснулся сквозь стену. Я где? Извините меня, пожалуйста, почему я так могу? Он даже не удивился особо. Я что, теперь как эта тварь в стенах буду ходить? А как ты... А я не спрашиваю, не задавай сложные вопросы, я не понимаю. О, кстати, его дырка видна в разрезе. А что? Кстати, как я это сделал? А теперь ты с ним... А теперь обратно не получится, да? В коммуналке получается. Отлично, до свидания. Как она, блин, богомая. Ай, блядь! Ладно, это, наверное, дым от... Это куда ты делся? От этой шашки меня немножко задурманил, все в порядке. Что ты говорил? Я чихнул, будь здоров. Будь здоров. Сам себе сказал. Спасибо. Погоди, блядь, что? Не поиграл с огнем? Я обойду этих крыс, да? Какие суки зубастые. Мои последние бинты. Да, мать твою, бомбшиганы, жопу опять продырявили. Завертухи. И что тут у нас? Так. Отлично, поменял шило на мыло. Аптечку на аптечку. Пошли нам. Нам нужно... Стой. Блядь. Да блядь, подними что-то есть же, ну. Так. Подними весь район, раз они такие на... Согласен. Блядь, гениально. Тварь. Ладно, я кину молик. Счастливо оставаться, уёбки. А его надо было поджечь. Ты гений. Понатру себе жопу, пожалуй. Бля, это херено было. Всем спасибо за просмотр. Здесь был гребаный Мармук. Я Амнезия в бункере. Чем-то это... Если уже не в бункере. Игра напоминает Alien Isolation, а чем-то, точнее, всем остальным предыдущую Амнезию. Я с вами прощаюсь ненадолго. Увидимся в следующую пятницу. Пока-пока. Бонусы? Хорош. Так, бонус. Я ни хрена не вижу.
Ну, игра явно не хочет просто так заканчиваться. Должно же под конец что-то эдакое произойти. Ну, естественно. Что со... Это не за один вечер прошли, что ли? Игру? Аномалия, а что с дымом? То исчезает, то возвращается. О. Что происходит, блядь? Светло. Угу. Фокус. А уже не светло. То туман, то не туман. Как будто я в горле у Snoop Dogg, блядь. Это точно выход? Это вход. Это не выход. Это вход в гробницу. Какую? Так мы же хотели выйти, а не в гробницу войти. Я и не спорю, но нас не спрашивали, mm-hmm. чего мы... А что за гробница откуда? Хотим. Твою интересно. Мать. Блин. Mm-hmm. Может, вниз? Именно вниз. Бля, гениально это было. Блин, как обычно, ролик у Мармока получился херенным. Огромное спасибо ему за контентище. От души поржал. Надеюсь, вы тоже. Если это так, то лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики и все интересующие ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока!